Приветствую тех, кто смотрит мой канал. Сегодня я буду производить замену струн электрогитары. Но прежде чем осуществить этот процесс, я предлагаю вам заняться очисткой корпуса и грифа электрогитары. Для этого я приобрел специальные средства. Вот. Первое средство Dunlop 01. Предназначен для очистки грифа гитары от сильных загрязнений. Так как в его составе содержится спирт, рекомендуется накладку обрабатывать Dunlop 02, кондиционер для грифа. После того, как обработали кондиционером для грифа, рекомендуется для накладок из обенового черного дерева, либо же из палисандра, использовать лимонное масло Dunlop 65. Для грифов из клена оно не подходит. Вот. Затем полироль формула 65 для корпуса гитары. Также я вам рекомендую взять ватных палочек и ватных дисков. Приступим к этапу снятия струн. Первое, что мы сделаем, это ослабим натяжение струн. Начнем, собственно, с той струны, которая у меня порвалась. Для того, чтобы не поцарапать корпус гитары, рекомендую струны разрывать вот в этом вот месте. То же самое проделываем и с другими струнами. Следующий этап – это чистка грифа гитары. Вот тут у меня находятся две разных тряпочки. Данную тряпочку я буду использовать для грифа, а вот эту я буду использовать для корпуса. Так как химический состав жидкости для очистки грифа и полироль имеют разные функции. Приступим. Сначала я возьму Dunlop 01. Для очистки сильных загрязнений. Можно посмотреть их здесь. Еще раз повторюсь, так как в нем содержится спирт, необходимо будет использовать кондиционер после, а затем лимонное масло. Нанесем средство на тряпочку. Вот, смотрите. Возьмем ватный диск и просушим. Возьмем ватную палочку и вот в этих вот местах, где находится ладовая проволока, вычистим остатки грязи. Теперь обработаем кондиционером для грифа.
Теперь, когда гриф очищен, воспользуемся лимонным маслом. Дадим немножечко впитаться. На данной гитаре накладка грифа выполнена из эбена, черного дерева. Мы дали немножечко впитаться лимонному маслу, а потом вытерли до сухого блеска. Теперь приступим к чистке корпуса гитары. У данной гитары корпус стоит из болотного ясеня, гриф из клёна с накладкой из черного дерева. Для этого возьмем такую тряпочку и Данлоп 65 полироль. Нанесем средство на тряпочку. И плавными движениями начнем очищать корпус. Займемся заменой струн. Я купил вот такой вот комплект фирмы Гадарио 1046. Начнем с первой струны. На упаковке указано соответствие струн и цветовой гаммы. Используется Hardtail Bridge. Струны сквозь корпус. Засовываем первую струну. Этот разъем. Затем находим отверстие в колоковом устройстве. На данной гитаре оно идет вот так вот под углом. Проделал все то же самое. Гитара на ощупь приятная, чистая. Настроил. Спасибо за просмотр. Всего доброго.